Крещенская вода называется в церкви Великой Святыни, Великая Гиасма. Эта вода обладает особыми свойствами. Она не растлевается в течение всего года и даже многих лет, изменяя физическое естество. Показывает присутствие Божие в мире, ненавязчивое тихое присутствие Сына Божьего и близость Бога на самом деле к человеку. Крещенская вода, как мы верим, и как мы знаем из Священного Писания, предания, обладает свойством обновлять духовно человека, омывать его грехи, дарует ему здравие, прежде всего духовное. Всем ли полезно купание в проруби? Здоровому физически человеку никакого вреда купание в проруби не принесет. Оно принесет только пользу. А вот людям с тяжелыми заболеваниями сердца, сердечно-сосудистой системы и некоторыми другими заболеваниями, лучше воздержаться от купания в проруби, а прийти домой с крещенской водой и просто обтереться, омыться ею дома.